Еще 3 объекта здравоохранения дополнительно построят в Моздокском районе. Решение поддержали в Минздраве России. ФАПы появятся в поселке Любы-Кондратенко, селе Веселое и станице Павлодольское. Медучреждения возведут по региональному проекту развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В его рамках уже строится и капитально ремонтируется 6 объектов. Об этом доложил министр здравоохранения Сослан Тебиев на совещании по вопросам развития здравоохранения. Его провел премьер Борис Джанаев. По региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» по итогам этого года республика получит 55 единиц медицинского оборудования. Кроме того, уже приобрели 9 автомобилей в районные медучреждения. Особое внимание региональному проекту – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Региональный сосудистый центр РКБ в ближайшее время получит магнитно-резонансный томограф. Сейчас готовят помещение к установке нового оборудования, которое заработает до конца года. Говоря о лекарственном обеспечении в труднодоступных районах, Сослан Тебиев подчеркнул, что ведомство обеспечивает розничную торговлю в 39 обособленных подразделениях, в том числе в селениях Чми, Балта, Ларс. В ближайшее время их количество увеличится. Обеспечить достижение всех целевых показателей. Недавно мы с вами проводили совещание по национальным проектам. Мы видим, что у нас есть положительная динамика. И самое главное, все довести до логического завершения к данным срокам, которые были обозначены. Усилить работу по диспансеризации населения, в том числе обеспечить проведение необходимой информационной кампании. Обеспечить контроль за графиком выездов передвижных медицинских комплексов в отдаленный населенный пункт. В период проведения строительных или ремонтных работ в медицинских организациях также необходимо обеспечить организацию медобслуживания населения в полном объеме. Чтобы здесь тоже в этих процессах при ремонтах у нас никаких сбоев и срывов не было. Жители республики на себе не должны ощущать все те мероприятия, которые проходят в медицинских учреждениях.